Здравствуйте, друзья! Вы на канале «Медведь вяжет» и с вами я, Лидия Медведь. Сегодня у нас праздничное видео, которое посвящается наступающим праздникам, Рождеству и Новому году. Я сказала «у нас», потому что сегодня у нас коллективное видео, и в этом видео примут участие все участницы проекта «Стучиться в окна Рождества». Сегодня мы покажем вам самые интересные, самые лучшие кадры из тех видео, которые были представлены в проекте «Стучиться в окна Рождества». И мы сегодня попытаемся еще раз создать вам праздничное настроение, радость от наступающих праздников, веселье, счастье от того, что нас ждут такие замечательные праздники. Итак, начинаем! Подарков на Рождество.
видео я подготовила для вас декорат. Будем, в общем, украшать наш дом, готовиться к Рождеству и Новому году. Зачем вам столько много елочек? А я скажу, это непременное украшение рождественского и новогоднего праздника. Рождественский рынок прекрасен в любое время дня. Так, мы все еще не решили, где же встречать Новый год. С Рождеством, с этим прекрасным, светлым, чудесным праздником. Мы желаем вам всего хорошего, любви, счастья, здоровья. Пусть у вас все ваши желания сбываются. Желаю вам хорошего предрождественского настроения, встретить Рождество в кругу своих близких и родных людей, здоровья вам, счастья, чтобы вам улыбалась удача и всего вам доброго. Всех с наступающими праздниками, будьте здоровы, всем чус! Вот и закончился наш проект «Стучиться в окна Рождество». Но не закончились праздники, они ждут нас впереди. И я хочу вас еще раз поздравить, мои дорогие друзья, с этими замечательными праздниками. Я хочу еще раз пожелать вам счастья, радости, достатка, здоровья в наступающем новом году. Пусть радость будет в ваших сердцах. Пусть счастье поселится навсегда в ваших домах и в ваших сердцах. А вязальщицам я особо желаю легких петелек, новых творческих проектов, интересную пряжу для этих проектов, чтобы осуществились новые задумки и чтобы мир стал краше от того, что мы творим красоту своими вязаными изделиями. Желаю вам счастья, здоровья, радости и успехов во всем. До свидания, друзья! До новых встреч!